370 человек признаны банкротами в Мангыстауской области. Их общая задолженность составляет почти 400 миллионов тенге. С начала года финансовые организации с заявлением о признании банкротства обратились более 3000 граждан. Специалисты рассматривают еще 400 заявок. Отмечу, физическим лицам, прошедшим процедуру банкротства, в течение 5 лет запрещено получать кредиты. В этот же период будет проводиться мониторинг всех их финансовых операций.